Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим вам напомнить, а возможно с кем-то и поделиться одной ангельской молитвой. Это молитва, которая поможет вам в любой ситуации, чтобы у вас не было в жизни, друзья. И эта молитва всего лишь из 8 важных слов. Поэтому обязательно ее перепишите и всегда используйте в своей жизни. Вы знаете, каждый из нас в этой жизни хочет что-то иметь. Кто-то хочет иметь семью прекрасную, кто-то хочет иметь высокооплачиваемую работу для того, чтобы была возможность купить квартиру, машину, путешествовать, да все что угодно. Но складывается так ситуации, что у нас появляются какие-то постоянно проблемы, появляются какие-то недоразумения. И это приводит к тому, что мы с вами не можем перейти на следующий уровень в своем развитии. Это касается и всего. И нашего душевного состояния, и нашего здоровья, и наших денег. Но если мы будем почаще обращаться к нашим высшим силам, к нашим ангелам-хранителям, и будем их просить о поддержке, о помощи, о подсказках, то они обязательно нам помогут. Поэтому, когда вы считаете или думаете, что вам тяжело, что вам сложно, что вы не знаете, как поступить, то обязательно читайте эту ангельскую молитву. Друзья, она состоит буквально из 8 слов. Эта молитва достаточно сильная. Кроме того, если вы видите опасность и вы забыли другие молитвы, даже бывает так, что наш мозг может отключаться от молитв, которые мы знаем, которые можем вот разбудить нас, и мы прочитаем, да, «Дева радуйся», или молитва «Отче наш», или какой-то псалом, да, то или молитва оптинских старцов, то есть мы ее знаем. Но когда у нас наступает какая-то ситуация непредвиденная, мы забываем большой поток информации. Это так происходит с нашим мозгом, мы просто отключаемся. Поэтому, пожалуйста, запомните эту простую молитву. И она вам всегда будет помогать. Она вас всегда будет защищать в любых сложных обстоятельствах. Потому что это все-таки ангельская молитва, или по-другому она называется «Три святое». Поэтому прямо сейчас возьмите ручку, возьмите листок бумаги и обязательно запишите эти слова. Друзья, а слова следующие. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Достаточно сказать этих слов один раз. Кроме того, обязательно поделитесь этой информацией с теми, кого вы любите, кого вы желаете мира, любви, гармонии, для того, чтобы они также поделились с другими этой важной и нужной информацией. Возможно, если вы смотрите сейчас видео, и вы подумали, ну и что, это высшие силы в первую очередь пытаются до вас донести какую-то важную информацию. Например, что нужно обратиться к высшим силам, о том, что нужно их не забывать, потому что когда у нас все хорошо, когда у нас все прекрасно, мы, к сожалению, об этом забываем. Поэтому давайте не будем забывать наших духовных наставников, будем помогать себе. И, друзья, эта молитва читается, вы можете один раз ее прочитать, но лучше всего, если вы будете читать три раза, потому что эта молитва читается в честь трех лиц Святой Троицы. И еще эту молитву называют ангельской песнью, так как ее воспевают ангелы на небе у престола Божия. Итак, друзья, святые Божие, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.